В ефірі телеканал «Відкрите», з вами Анна Гарбенчук. Зараз ми поговоримо про те, як правильно направляти свою енергію на перемогу, як правильно молитися за наших захисників. Сьогодні в наших гостях Наталя Ясинська, я вас вітаю, маг-окультист. Можете, будь ласка, пояснити, що це означає, ваша спеціалізація, ну, для глядачів, які не знають. Маг-оккультист – это человек силы, который определенно работает с древними богами и также использует в качестве видения всевозможные инструменты. Поэтому здесь может быть не только, допустим, там, камушки, там, таро и прочие инструменты, там маятники те же, допустим, да, но как бы и другие прочие интересные моменты, которые можно, в принципе, как бы и не озвучивать. Что касается поднятия энергии на нашей земле для боевого духа. Если мы коснемся истоков, еще до скифов, у нас вообще на нашей земле был матриархат. О, да. Такая, у нас у славянок это вот просто, скажем так, в крови. Плюс, если мы возьмем период хазарского каганата, это 7-8 век, здесь тоже в этом народе царил матриархат. Что это означает? Это означает, что у нас, женщин, есть огромная сила, огромная энергия, да, как берегинь своего домашнего очага. Следовательно, не нужно там, допустим, идти и там какие-то читать заговоры или еще что-то, да, там пытаться что-то колдовать. Нет. Мы как берегини своего семейства, своего очага, как берегини своего рода, мы можем защитить наши семьи и наших близких, плюс к тому же дать им и поделиться своей энергией, которая будет направлена непосредственно, то есть, как бы, на наших защитников. Что же это мы можем сделать? Мы можем взять истоки, допустим, обереги. Обереговая магия на территории Украины, она была очень мощной. Мы сейчас используем эти моменты, вот эти вот обереговый символизм, мы сейчас используем это ежедневно. Это просто как бы идет как национальные символы, те же вот вышиванки. Если мы обратимся к куклам-мотанкам, к вышиванкам, то непосредственно, то есть мы это носим как национальную гордость, да, то есть как отличие от... Код нации. Когда, вот когда, то есть как культурная достопримечательность, да, как бы, которую мы носим на себе. Но я хочу сказать, что вышиванки всегда как делались? Крестиком. Крест очень древний символ. Цвета и орнаменты тех же нитей, которые использовались, имеют также сакральное значение. Когда девушки делали себе свадебные наряды, они те или иные узоры наносили на свои рубашки. Когда в бой провожали своих мужчин, они тоже обязательно могли или платочек, или какой-либо там даже кусочек ткани вышить, да, то есть как бы с определенными орнаментами. Орнаменты в вышиванках имеют огромное, очень сильное и сакральное значение. Поэтому наши дорогоуважаемые девушки, у которых их мужья, женихи служат, там, да, допустим, мы можем им с собой дать тоже как бы вот кусочек себя, то есть на память, те же вот, допустим, какие-то платочки вышить, там, допустим, да, с нашими украинскими действительно орнаментами, вот. И когда вот мы вышиваем, допустим, это было всегда так, да, мы с определенной вот мыслеформой вышиваем, чтобы ты был здоров, да, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты вернулся целый там и невредимый, да, пусть тебя там хранят высшие силы, там, не знаю, боги, бог там пусть тебя, да, там, ну, каждого же, да, человека, свое верование, может быть, в наше время, то есть, скажем так. Сейчас это очень важно. Те люди, которые являются православными, да, которые посещают храм,
Сейчас, как мне кажется, наверное, все-таки больше обращения необходимо к Богоматери. Вот ты как женщина, ты идешь к Божественной Матери, ты к ней обращаешься, чтобы защитить своего сына, своего внука, своего мужа, допустим, да, потому что благодаря нашим мужчинам идет продолжение рода, то есть и просить как бы за наших близких, за наших детей, потому что мы являемся хранительницами очага. Какая молитва будет, неважно. То есть если мы, если человек является православным, это Николай, опять же, чудотворец, который действительно, то есть, ну, как бы, я говорю сейчас о христианской, да, скажем так, религии, которой там где-то можно обратиться и посмотреть, то что изначально, причем к Николаю Чудотворцу могут обратиться не только православные, но еще и католики, потому что изначально Николай Чудотворец, он же был выходцем из Греции. Вот, это если мы сейчас возьмем, да, такие вот истоки. Что касается людей, которые верят в древнюю силу, в силу своего рода, в силу своей земли, в казаков-характерников, да, то есть как бы, как мы можем направить свою энергию, как мы можем поднять свой воинствующий дух, да, это непосредственно обращение к своим предкам. Причем обращение к предкам дальним, которые жили действительно еще от основания, скажем так, нашей Киевской Руси, потому что кровь, она как бы вот все равно идет, да, то есть сближение. То есть у нас были и здесь и монголо-татары, и варяги были, и скифы были, вот. Поэтому обращение, то есть к древнему роду, также усилит, скажем так, воинствующий дух. Если мы посмотрим на всю территорию Украины, по всей территории Украины не только раскиданы древние каменные бабы, да, которые у нас, кстати, самое большое количество возле нашего музея, да, мы можем обратить внимание на курганы. Угу. У нас вони є в області. У нас в області не то, що вони є. У нас самый большой и самый сакральный курган со всей Украины. В нём самое большое количество камней. Он очень старый. Обычно, когда такие захоронения происходили, обязательно в таком кургане похоронен, ну вот как старец, шаман, можно так сказать, вот тех веков, мудрец, да, человек силы. И эта энергетическая сетка этих курганов, она расползается по всей территории Украины. Когда начинает, ну скажем так, вибрировать, особенно вот как у нас, да, самый вот этот сильный курган, начинают, грубо говоря, мощью и силой резонировать и вибрировать все остальные курганы по всей территории Украины. Тобто можно молитися біля кургану, звертаючись до предків, я правильно? Нет, розумію? Если вы подъедете к кургану конкретно, вы учитываете, что там еще и похоронены обычные люди. То есть, грубо говоря, это тех времен кладбище. Любое кладбище, курган тот же, это является тоже как бы местами силы, скажем так, для людей силы, да. То есть, как бы это определенные порталы, как бы, которые соединяют нас с между миром мертвых и миром живых. Поэтому возле самого кургана молиться как бы не нужно. Необходимо обратиться к своим истокам. Просто вот как бы внутренне обратиться к своим истокам, к своему древним, роду. И когда мы обращаемся, на планетарных, скажем так, на вот этих стихийных, энергиях, курганы сейчас, они сейчас все дышат, они сейчас вибрируют.
И это тоже идет огромная помощь, потому что, я скажу почему, потому что наши украинцы, они действительно, воины наши, они сейчас как вот у них, эта сакральная память, она идет, скажем так, в активность. Они же просто сейчас, наши ребята, вот то, что я слышала, и смертники вот есть, и все, вот, как бы, вот у них настолько воинствующий дух сейчас поднялся, благодаря именно также и резонирующей этой энергии, древней энергии. То есть со стороны женщин, да, мы можем поддерживать, мы можем энергетически, да, поддерживать, мы можем нашим мужчинам давать какие-то, допустим, там, те же обереги, но, опять же, очень аккуратно необходимо с теми же вышивками, да, то, что я говорила, ну, крестиком, в идеале лучше проверить, в общедоступной тоже информации, там, в интернете, там, допустим, у тех же, которые занимаются вышивками много лет, там, допустим, древними традициями, какие цвета и какие орнаменты именно правильно наносить на те же платочки, да, которые мы вот вышивать будем как обереговые. Ну, то есть, например, там, наша калина. В каждой, да, то есть вы учитываете также еще ментальность каждой области, у кого-то это калина, у кого-то там в области это были синички, у кого-то еще определенные, да, то есть как бы символизмы прослеживаются в той же там Полтавской области, если мы возьмем Закарпатье, там другие немножко уже орнаменты идут, вот, но это существовало. Что касается кукол-мотанок, куклы-мотанки дарили еще даже вот, ну, на свадьбы, да. Но я хочу сказать, ну, и они стоят вот как оберег, вот как те же самые домовички, да, вот как подковы у нас там висят, бывает, знаете, вот как над дверью, да, также и дарили огромные красивые куклы-мотанки, допустим, жениха и невесты с пожеланиями там им, допустим, определенное там, допустим, богатство, то, чего не хватало, чего в роду, конкретно, да. Или там детей, то есть для того, чтобы, ну, чтобы много было детей, чтобы ветка рода, допустим, стала больше. И цвета нитей, которые используются в куклах-мотанках, и то количество нитей, которое вот накручивается, да, на куклы-мотанки, оно тоже имеет сакральное значение. Поэтому, допустим, грубо говоря, просто взять и сделать куклу-мотанку, ну вот просто с нуля человеку, который в этом, скажем так, не разбирается, ну, может просто не быть эффекта вообще. Почему? Потому что в куклы-мотанки, когда их шьют изначально, вот делают тельце, вот ручки, это все, туда набивались травы сухие. То есть не вату синтепон, как в наше вот там, да, время, а туда набивались травы. Значение каждой травы тоже имело, ну, как бы, какой-то смысл, да, заложенный в непосредственно, то есть, ну, можно было и делать и из сена, то есть это делалось, да, из каких-то уже пшеницы, да, да, туда колосья пшеницы, которые имели значение, допустим, не только на плодовитость, да, то есть смотря какую кукле давали, там пришивали, да, там как бы на ниткой этой, допустим, мужской кукле или женской кукле. Тобто треба інформацію вивчити, подивитися. Конечно, в інтернеті для її кукол... багато, просто про символічність українських знаків. Да, это то, що касається вот кукол-мотанок. А що касається, то есть вот вишиванок наших, то легко і просто це можна вже знайти в інтернеті і дуже легко це зробити. Причому це дуже древня традиція, вона була не тільки у нас в Україні. Здесь идет речь даже, допустим, если мы возьмем Европу, раньше, даже в средневековье, девушки вышивали
платочки себе постоянно, да, допустим, там, могли наносить там, герб своего там, семейства, да, там, двора, в котором там, они жили, да, вот если мы говорим о дворянстве, да, то есть о каких-то таких вышестоящих. Тобто символіка, вот, вона працює. Символіка, вона работала. Если мы, причем в веканстве там вообще, то есть, как бы, есть определенные символы. В веканство, кельтика, да, где также это все действовали орнаменты. То есть в каждой народности существовали сакральные орнаменты. У нас в Украине, даже вот всегда говорится, что язык у нас мова спевуча. Да? Угу. Говорят такое. Голос тоже имеет огромное значение. Поэтому даже если мы молимся и обращаемся к силам, многие говорят, а ты хотя бы там про себя. Да лучше вечером со свечой, грубо говоря, там, перед иконой и вслух. И не «Отче наш», то, что необходимо, грубо говоря, знать и вот просто как каждый день, да, там, читать, а вслух взять молитва слов. И тоже вот, да, определенные молитвы читать. Что еще хотелось бы сказать за наш украинский язык? Наша украинская мова, вона вибрує. Коли ми нею розмовляємо, вона вібрує. І якщо ми візьмемо не лише гімн, але й старі українські пісні, і можемо їх співати, вони можуть працювати як мантри. Тому що в Индии есть также, ну, они это изучали, вообще, как бы, в Индии вообще, как бы, очень много значения придавали таким вещам, как мантры, да, потому что мантры имеют определенные, скажем так, звуки, набор звуков, которые резонируют со Вселенной. И мантры можно было либо же пропевать в голове, допустим, очень громко, то есть это уже как вот высшая есть степень, да, когда ты в состоянии медитации, то есть это делаешь, и, то есть ты отключен абсолютно от внешних мыслей. Но в первое время обычно мантры произносятся вслух. Напеваются, да, они напеваются, либо же произносятся вслух от того или иного значения. А наш украинский язык, он сам по себе такой вот, он, ну вот, как бы, мелодичный. И если мы обратимся к древним нашим старым народным песням, они же, бывает, не только говорят о каких-то определенных ситуациях, там, да, или об исторических каких-то моментах, которые были. Многие старые украинские песни, они прям как заклинания, вы понимаете? Вот вы только послушайте, да, они как заклинания. И когда мы их поем на нашем украинском языке, мы резонируем, мы также помогаем и посылаем те энергии во Вселенную, да, себе захистити. Да, для того, чтобы себя защитить. Пані Наталі, на жаль, ефірний час у нас закінчується. Давайте наостанок, що б вам ще хотілося побажати українцям, жителям нашої області, от якщо можна коротко, на камеру, будь ласка. Я би хотіла передати нашим жителям, да, що все-таки ми дуже сильний народ. І если мы даже и родились на таком участке земли, земледельном, да, как скажут, да, Украина, там земледельная страна, у нас дух настолько сильный, как у этих волов, быков. Мы просто их всех возьмем на рога. Поэтому давайте все-таки держаться и быть храбрыми, смелыми, сильными. Як то кажуть, наші воїни відчайдушні. Незламні. Незламні, відчайдушні, так.
Очень важно сейчас поддерживать друг друга. И мы, женщины, украинские женщины, мы умеем это делать. Мы обов'язково так своєю енергією виженемо також так, як наші захисники, ворога з нашої землі, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталя Ясинська, маг-окультист. Говорила про те, як вірно направляти свою енергію на перемогу. Як робити так обереги, ляльки-мотанки, вишиті хустиночки, пісні наші народні, древні, які також, це все має силу, будь-які засоби зараз, так би мовити, потрібні для нашої перемоги. Я дякую вам за участь, на все добре.